Я и могу просто рисовать. Я и могу рисовать. Можно на эту сторону? Я и могу рисовать. Тебе помочь? Да. Давай. Может. Да и? Или Зара поможет. Да, я помогу. Да. Хочешь волосы? Я думаю, что карандаши лучше взять, чем ручки. Все, больше не надо, больше не надо. Эльза, не так делай. Просто рисуй. Возьми другой цвет. Возьми другой цвет. Вот. Потому что... Так, вот так. Ой, цвет. А где эта крыша? Это розовый. Мама, а где крыша? Это розовый. Мама, это розовый, да. Мама, на этой была крышка? Была, может, упала. Ну, я потом подсказываю. А, вот она! Где? Держи. Смотри, какую книжку будем читать на ночь. Рождественские сказки про Питера Рэббит. Да? Который новый мультик будет. Мультик, да, будет в кинотеатре. Питер Рэббит. А может, будет? Конечно, пойдем. Я не могу рисовать. Вот бабушка к нам на Рождество приедет. Можно будет с бабушкой вместе сходить в кино. Да. Я что, только бабушка, я и Эльза. Ну, я думаю, и получится. И Тиграна возьмете. А Давида возьмете? Да. Да. Если у них будет. А меня? Да. А папу? Да. Ну, тогда все вместе? Даже няня. И няня возьмет. Я и могу просто рисовать. Зара, что надо сказать за посылку? Я спасибо. Спасибо. Просто рисовать. Я просто, я и могу рисовать. Тебе помочь? Давай, садись за стол, я тебе нарисую. Здесь две, а тут маска.